На новый способ уборки мусора пожаловали жильцы многоэтажки. Прежде чем вывести отходы из контейнеров под окнами дома, коммунальщики теперь сначала высыпают их на землю. В управляющей компании сообщили, что пошли на странную меру ради самих жильцов. Как сэкономить на вывозе мусора? В репортаже Натальи Приходько. Нанотехнологии по вывозу мусора используются на Сирышева-35. Отходы вывозятся машиной без автопогрузчика. Свидетелями этого жильцы дома становятся уже несколько месяцев. Первое подобное видео жильцы дома прислали нам еще летом. Как мы видим, сотрудники высыпают содержимое контейнеров на землю, а затем погружают в саму машину. Авторы видео пожаловались, что каждый такой вывоз гнили с контейнеров растекается по улице. Ну и, само собой, распространяются запахи. 21 век на дворе. Раньше обычный мусоровоз приезжал, вот эту хрень всю выгружал, и все было хорошо. Но хотя контейнеры сейчас еще не заполнены, площадка чистая и не воняет. Мы обратились в управляющую компанию «Мой дом» с вопросом, куда делся мусоровоз отсюда. Причиной стало существенное увеличение стоимости вывоза и утилизации на 21%. Несмотря на увеличение стоимости, мы сумели для собственников сохранить ту же цену, которая была в 2017 году. Контейнерная площадка всегда после них остается чистой. Зато это маленький автомобиль, который не ломает асфальт, который не портит дворовые территории. Контейнерные площадки находятся в отдалении от дома. Там мы позволили себе вот эту ситуацию. Похоже, что жителям дома на Сирышева 35 не очень повезло, потому что в остальных домах эта же управляющая компания использует новый тип контейнерных площадок. Мусоросборный мешок находится под землей, и на поверхности только крышка. Вместимость вот такой капсулы составляет где-то 5 кубометров, что в 5 раз превышает объем обычного мусорного бака. Установить такие капсульные помойки во дворах можно за счет муниципальных грантов. И тогда собственникам придется заплатить треть суммы. В Хабаровске намерены вообще развивать вот такие подземные помойки. И в городе их установлено уже 35. Стоимость установки вместе с благоустройством 150 тысяч рублей. Как рассказали в управлении ЖКХ города, обслуживание таких капсул обходится на 15% дешевле обычных мусорных баков. Ну, потому что вывозить приходится реже. Вот вам и экономическая выгода. Наталья Приходько, Семен Сахно. Большой город Лайф.